Всем привет и добро пожаловать на канал Weapons Geek, где я рассказываю про оружие из фильмов и компьютерных игр и сравниваю то, что мы видим у себя на экранах, с образцами из реальной жизни. И в этом ролике речь пойдет о ножах из CSGO, которые мы много раз встречали в игре и которые по своим моделькам и внешним характеристикам смотрятся достаточно брутально и круто, однако на самом деле, в реальных условиях они обладают серьезными недостатками и в настоящем бою очень вряд ли профессионалы когда-либо будут использовать именно такое оружие, что конечно же звучит вдвойне обидно, учитывая то, сколько такие ножи могут стоить в CS-ке. Ведь самые редкие и красивые образцы могут обойтись в десятки, а иногда и сотни тысяч рублей. Конечно же, такие огромные суммы на скины в игре готов тратить далеко не каждый. Поэтому есть сайт спонсора этого ролика EasyDrop. Вы просто переходите туда по ссылочке в описании и получаете себе самые красивые скинчики, потратив при этом совсем немного. Ну а чтобы классных скинчиков из CS вы могли получить еще больше, вот вам специальный промокод от моего канала, который дает сразу плюс 40% к пополнению. Так что переходите по ссылочке в описании и наполняйте свой инвентарь самыми стильными и дорогими скинами за совсем небольшую сумму. Ну а первым в нашем списке будет складной нож. И хоть в самой CS-ке урон и скорость доставания такого оружия ничем не отличается от какого-нибудь охотничьего ножа, однако в реальности у складного ножа есть множество недостатков. Начнем с того, что складные ножи вообще изначально придумали в Древней Греции. И даже тогда подобный нож не считался каким-то видом оружия, а скорее использовался в качестве вспомогательного инструмента. Им могли нарезать хлебушек, мясо или какую-нибудь еду, использовали для разделки и убийства мелких животных, а также для самообороны. И что же вы думаете, с того момента поменялось? Да на самом деле нифига не поменялось. Вам любой плюс-минус опытный боец скажет, что если у них есть складной нож, то максимум, на что он сгодится, это открыть консервы да колбасы порезать. Все потому, что сами ножи проектируются на заводе для каких-то бытовых нужд. Соответственно, никто не будет доверять свою жизнь такому ножу, у которого в любой момент может вылететь пружинка, после чего он раскроется под неправильным углом. А то и вовсе не раскроется. К тому же, если взять саму КС-ку, то не совсем понятно, как таким ножом вообще можно пробить какой-нибудь бронежилет. В особенности, если вы будете ударять игрока в спину или грудь. Безусловно, существуют и более надежные боевые образцы, но зачем бывалым бойцам что-то изобретать и приучаться к новому, когда есть уже зарекомендовавшие себя оружие? А именно боевой нож классической формы и который не складывается. Поэтому в реальной жизни складные ножи вряд ли можно отнести к серьезному типу оружия. И в особенности те, которые вы чаще всего храните у себя дома или можете купить в каком-нибудь ларьке. Дальше у нас по списку идет скелетный нож, и вот тут уже есть некоторые соприкосновения с реальными боевыми условиями. И если в КС-ке мы видим симметричный клинок, выходящий из стерилизованной под кольцо гарды, то в реальной жизни вообще само понятие скелетного ножа несколько различается. И по сути скелетными ножами называют цельный кусок металла, выточенный в форме ножа. При этом обычно в таком клинке присутствует множество разных отверстий и дырок и полостей. Из-за этого подобные ножи имеют смещенный баланс в отличие от обычных. А сделано это потому, что такие ножи как раз используют для метания. И вроде казалось бы, почему же это засунули в минусы? Вроде крутой нож, так еще и бросать можно. Но прикол в том, что как раз такие ножи используют для метания. И соответственно материал при этом используется несколько облегченный и не самого высокого возможного качества. В таком случае скелетные ножи можно отнести к расходникам, ведь такие ножи часто теряются, а значит и стоить они будут недорого, и качество будут не самого высокого. И используют их, как правило, для спортивного метания. То есть даже не думайте, что кто-то всерьез будет такой нож использовать во время какой-нибудь спецоперации и бросать во врага. Потому что нанести метательным ножом смертельную рану – это практически невероятно. Да и сам материал такого ножа неизвестно какой. И непонятно, каким образом он будет протыкать хотя бы даже обычный кевлар. И это не говоря о том, что из-за всяких полостей и дырок, структура такого ножа будет тоже не очень прочной, и он легко может поломаться от обычного удара, а какую-нибудь твердую поверхность или кость. И это еще не упоминая о том, что держать с такой рукояткой нож в руке и орудовать им будет весьма неудобно, и даже обычным кухонным ножом драться будет и то комфортнее. И да, в игре он выглядит интересно, однако реальные боевые условия для такого оружия точно не подходят. Ну а третьим не самым удачным ножом в нашем списке будет Наваха. Ну и если честно, он и в игре-то выглядит так себе, так еще и в реальности какое-то боевое применение ему найти в текущих реалиях сложновато. По одной из версий, этот нож появился в Римской империи, когда самые сильные умы тех лет поняли, что человеческий организм по своей структуре и биологии не предназначен для сражений. И, видимо, после таких размышлений люди и начинали активно пить вино и заниматься развратом и мужеложеством, чем как раз и прославился в свое время Древний Рим. А логика здесь такая, что у тигра есть, например, когти и лапы, в которые он их прячет, а значит и человеку нужно что-то подобное. Соответственно, там и был придуман первый нож Наваха, где в качестве ножен у него была использована кость, а в качестве клинка настоящий коготь. Ну, конечно же, в более современной вариации нож Наваха является тем самым обычным складным ножом, где из минусов у него наполовину полая ручка,
ведь в ней обычно как раз лежит лезвие. И конечно же, такая рукоять под нагрузками или сильным давлением может прогнуться и сломаться. Далее, конечно же, всплывают проблемы с механизмом, который из-за грязи может просто заклинить. Ну и конечно же, не последнюю роль играет странной формы лезвия, какое мы видим, например, в КС-ке. Можно ли таким ножом проткнуть какого-нибудь бойца в реале? Ну конечно, если он будет стоять смирно и прицелиться куда-нибудь в глаз, а также если противник окажется серьезным слоупоком и тебя не успеет пристрелить, пока ты будешь свой ножичек доставать и раскрывать, то тогда, конечно, возможно, ты успеешь нанести урон. Ну и то вряд ли он будет смертельным, и скорее всего даже плотная ткань такое оружие легко остановит. Ну и четвертым, как ни странно, у нас тоже будет ножик из семейства складных. Вообще у Габена, видимо, какая-то странная любовь к складным ножам, ну в принципе и ладно. Речь пойдет, конечно же, про стилет, у которого, кстати, в отличие от предыдущих ножей, есть реальные военные корни. Причем изначально по истории стилеты не были складными, а таким ножом просто назывался тонкий и длинный клинок. Из интересных фактов об этом ноже есть то, что предшественником стилета является так называемый кинжал милосердия или мизерикорд, использовавшийся для добивания противника в случае борьбы в доспехах, и который должен был без труда помещаться в щель на шлеме бойца. Малые размеры, удобная форма и отменная острота позволяли ему наиболее легко проникать сквозь сочленение рыцарских доспехов или между чешуйками панциря или кольчугой, тем самым быстро прекращая мучения раненого бойца. А потом что-то пошло не так, и в современном виде эти ножи стали делать складными. Отсюда появились и все вытекающие минусы, о которых я говорил ранее. Единственное успокаивает, что раз таким ножом могли добивать рыцарей, то и обычного бойца в бронике тоже добить в принципе можно. Только для этого придется очень хорошо прицелиться в щель между бронеплитой и шлемом на голове. Но конечно же, тот факт, что подобным стилетом можно добить лежачего обездвиженного бойца, явно не делает его хорошим боевым ножом. Ну и последним в нашем списке будет нож Боуи. Да, в КС этот нож является хорошей альтернативой охотничьему ножу по своему размеру, вот только в игре Габен нас немножко обманул, ведь в реальности нож Боуи несколько больше. Вот даже сейчас на Википедии посмотрю, ага, написано, что крупный нож, а в скобочках написано тесак. И действительно, в реальности клинок этого ножа можно сравнить с каким-нибудь мачете, ведь в среднем длина клинка у ножа Боуи составляет от 30 до 70 сантиметров. Ведь основное назначение подобного оружия — это рубка и глубокое рассечение материалов различной плотности, будь то разделка животного или, например, струганием дерева. Ну и конечно, раз этот нож настолько массивный, то ни один адекватный боец не смог бы взять его в свою экипировку. Да даже какой-нибудь безбашенный террорист не стал бы носить с собой такую здоровую хрень весом 2 килограмма где-нибудь с собой на ремне. И ведь мало того, что таким ножом ты никого толком не завалишь, потому что с ним обращаться тяжело, так еще и возможность стругать дерево в CSGO почему-то пока еще не добавили. Ну а скажем, нож Боуи в тех размерах, которые мы видим в КС, какой-то серьезной угрозы представлять не будет. И у серьезных бойцов есть гораздо более удобные и качественные альтернативы, которые они готовы взять с собой на задание. Ну а вы напишите в комментариях, какой по-вашему самый бесполезный нож из CSGO для реальных боевых действий. И конечно же, ставьте лайк, если вам понравился этот ролик.